Посетите чешский ресторан «Богемский», маленький островок Праги в самом сердце Одессы. В этом маленьком кусочке Чехии будто ожили рассказы Гашика и Чапека, где все напоминает уютный мир веселой Праги. Стены залов украшены иллюстрациями известного живописца Альфонса Мухи и куклами-марионетками в национальных костюмах, а столы щедро сервированы богемским стеклом. Пражский вокзал, врата в мир богемы и поэзии, а вот святая святых пивоварня, где уже 2 года варят живое пиво по многовековой традиции чешских пивоваров. Ресторан предлагает посетителям не только чешское пиво в Одессе. Чешская национальная кухня прекрасно дополняет десятки сортов вкуснейшего пива изобилием блюд, приготовленным по старинным рецептам. Особый колорит и изысканность ресторана «Богемский» оставят в вашей душе неизгладимый след, и вы захотите прийти сюда снова. Мы ждем вас!